В Гомель вернулся мужской волейбол. Сначала успешно отгремел поединок за суперкубок Беларуси между Минским строителем и Солигорским шахтером. А уже на следующий день на площадку спорткомплекса «Локомотив» вышла гомельская энергия. Напомню, что мужского профессионального волейбола в нашей области не было 4 года. Первую официальную игру новой команды болельщики, которых, к слову, собралось немало на трибунах, ждали с особым трепетом. Для игроков тренерского штаба и руководства дебют был крайне волнительным. Как неоднократно отмечалось ранее, это своеобразная проверка на прочность. Очень важный экзамен. Не зря вчера мы провели суперкубок. Это была наша инициатива для того, чтобы зрители пошли на волейбол. Вспомнили, что 4-5 лет назад был волейбол в Гомеле. И силой федерации, силой руководства области, руководителей предприятий, наших, которые оказывают нам поддержку, мы хотим вернуть волейбол в Гомель. Забегая вперед, можно сказать, что команда сдала экзамен на отлично. Первую игру «Энергия» проводила со столичным «РГОР-2001» в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси. С самого начала зрители погнали игроков вперед, и те сполна отблагодарили за поддержку. Гомельские волейболисты сразу же дали понять, кто хозяин на площадке, и не давали усомниться в себе вплоть до завершения матча. Как результат, безоговорочная победа 3-0. Стоит отметить, что каждую из партий «Энергия» заканчивала с хорошим запасом. 26 сентября станет известен соперник по четвертьфиналу. А уже в субботу «Энергия» стартует в чемпионате в дивизионе А. Поединки первого и второго туров пройдут дома. 29 и 30 сентября в Гомель приедет команда «Коммунальник» из Могилева.